Всем доброго времени суток. Очередная бандероль с Китая. Это в середине коробочка. Сейчас распечатаем, посмотрим. Так. Смотрим. 11 июня отправлено. Сегодня 30. Добиралась сюда 50 дней. Это, скорее всего, часы. Здесь, наверное, где-то мелким шрифтом написано. Сейчас вскроем. Если вскроем, никак не хочет открываться. Так. Открываем коробку. Нет, это не часы. Это зарядные для аккумуляторов от Xiaomi. Вот так вот открывается и поддерживает как 3А, так и 2А батарейки и аккумуляторы. Вот такой вот маленький шнурок. Зарядный, работает от USB. На ощупь довольно-таки приятные. Здесь вот это снять надо. USB. И можно использовать так же, как его, как Powerbank. Так, покупал по акции эту ерунду, фигню. Почему-то никаких опознавательных знаков, что это Xiaomi. Проверим, посмотрим. Покупал по акции. Стоимость его $9 с какими-то там центами. Добиралась сюда где-то около 3 недель. Нет, даже точно. Не, ну 11 это не 11 июня. Это она была позже отправлена. В июле, в начале июля. Сайт Gearbest, ссылку в описании. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.